Мы прилетели, друзья мои! Ваши аплодисменты! Мы в Париже! Эту идею многие называли авантюрной. Объединить артистов с разных концов, даже не страны, света. Драматические монологи репетировать по скайпу. Работать с танцорами практически по ночам. На это способны только одержимые искусством люди. А в результате получился красивый и искренний спектакль. Очень понравилось, замечательно. Большое спасибо всем организаторам. Всем рекомендую, приходите. В городе такого не было. Это вообще, это бомба в нашем городе. Приходите, я в восторге. Париж, 19 век. История героя Жоржа Дюруа. Это было эксклюзивным выступлением Владимира Архипова, известного теперь уже и в Париже, но все еще очень нашего. Многие, кстати, шли на спектакль, чтобы увидеть дуэт Архипов и Иволгина. И не пожалели. Артист Олег Акулич в этот вечер в роли конферансье. Актер много импровизирует, то вступает в диалог со зрителем, то произносит монологи. Вот она! Вот он пик! И что? Что? Успех? Удача! Черт вас два! Травки опять вниз, друзья мои! И опять сначала! А потом вдруг неожиданно открывает нам свой талант музыканта. А уже после спектакля артист все же посетовал. Вот бы чуть больше времени на репетиции. Все говорили друг другу, все говорили, ну хотя бы неделю. Я говорю, хотя бы 3 дня, господи. А ну, конечно, бы месяц было бы, но неделя это вообще гениально. Я говорю, хотя бы 3 дня, а тут день получилось. И, несмотря ни на что, достаточно ровно. И зрителю понравилось. Как-то мне показалось, что получилось. Но все получилось и у танцоров студии «Трафик», хотя для них это тоже был дебют. В таком жанре они еще не выступали. Поначалу было сложно привыкнуть, потому что хореография другая. Мы никогда такое не танцевали, не пробовали. В итоге очень понравилось, и такая эйфория. Действительно очень понравилось танцевать, и можно было бы даже повторить. Почти весь спектакль идет под живую музыку. Валентина Базанова и соло, и в дуэте с Олегом Акуличем сумела создать атмосферу парижского кабаре, где кипят страсти и разбиваются сердца. Я очень благодарна своей подруге, которая меня сегодня сюда привела. И 30 марта я не пропущу. Потому что вот мы видели вот нечто. Это такой праздник, у меня просто нет слов. Когда ты выходишь на сцену, тебе необходимо поделиться, если это зритель услышал. Потому что театр, он должен как раз вот, я так думаю, он должен как-то все-таки людей будоражить, впечатление. Мы идем всегда за впечатлением. Это важно, мы живем впечатлениями. Если это случилось, я счастлива тогда. Наталья Овсичук, Евгений Налабрин, Василий Прункин, Альфа-Новости.